Николай Носов на горке. Целый день ребята трудились, строили свежую горку во дворе, сгребали лопатами снег и сваливали его под стенку сарая в кучу. Только к обеду горка была готова. Ребята полили ее водой и побежали домой обедать. «Вот пообедаем, — говорили они, — а горка пока замерзнет. А после обеда мы придем с санками и будем кататься». А котик Чижов из 6-й квартиры, хитрый какой, он горку не строил. Сидит дома, да смотрит в окно, как другие трудятся. Ему ребята кричат, чтоб пошел горку строить, а он только руками разводит за окнами, да головой машет, как будто нельзя ему. А когда ребята ушли, он быстро оделся, нацепил коньки и выскочил во двор. Чирк коньками по снегу, чирк, и кататься как следует не умеет. Подъехал к горке. «О, — говорит, — хорошая горка получилась, сейчас скачусь». Только полез на горку, бух носом. «Ого, — говорит, — скользкая». Поднялся на ноги и снова бух. Раз 10 падал, никак на горку взобраться не мог. «Что делать? — думает. Думал-думал и придумал. Вот сейчас песком посыплю и заберусь на нее». Схватил он фанерку и покатился к дворницкой. Там ящик с песком. Он и стал из ящика песок на горку таскать, посыпает вперед себя, а сам лезет все выше и выше. Забрался на самый верх. «Вот теперь, — говорит, — скачусь». Оттолкнулся ногой и снова бух носом. Коньки-то по песку не едут. Лежит котика на животе и говорит: «Как же теперь по песку кататься?» И полез вниз на четвереньках. Тут прибежали ребята. Видят, горку песком посыпано. «Кто это здесь натворил?» – кричали они. «Кто горку песком посыпал? Ты не видел, котика?» «Нет, – говорит котика, – я не видел. Это я сам посыпал, потому что она была скользкая, и я не мог на нее взобраться». «Ух ты, умник! Ишь, что придумал? Мы трудились, трудились, а он песком. Как же теперь кататься?» Котика говорит: «Может быть, когда-нибудь снег пойдет, он засыплет песок, вот и можно будет кататься». «Так снег, может, через неделю пойдет, а нам сегодня надо кататься». «Ну, я не знаю», — говорит котика. «Не знаешь, как испортить горку ты знаешь, а как починить не знаешь? Бери сейчас же лопату». Котика отвязал коньки и взял лопату. «Засыпай песок снегом». Котика стал посыпать горку снегом, а ребята снова водой полили. «Вот теперь, — говорят, — замерзнет и можно будет кататься». А котике так работать понравился, что он еще сбоку лопатой ступеньки проделал. «Это, — говорит, — чтоб всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова песком посыпет».